Привет всем! Мне дали очередную интересную запчасть. Вот. Выглядит она черным вот таким вот ящиком с подошвой. И я заподозрил ее, что на самом деле этот пластик проницаем для инфракрасного света. И решил рассмотреть эту запчасть с помощью своей суперкамеры. Давайте вместе с вами посмотрим, что там. Вот смотрите, что видит камера. На листе абсолютно черное устройство, да? Вот так вот смотреть. А на экране мы видим, что оно прозрачное, с подложкой, да еще там что-то есть внутри. Давайте вот так вот поставлю камеру, и мы посмотрим, что у нее внутри. Вот если я пальцы подвожу, видно, как по уголку листа мои пальцы ходят, вот они. А здесь на камере мы ничего не видим. И можно изучить полностью ее содержимое, даже не разбирая этой штуковины. Вот там стоят какие-то детали. Вот можно хоть в профиль, хоть в фас, там какие-то провода есть. Стала эта штуковина абсолютно прозрачной, несмотря на то, что она абсолютно черная. Ну вот и все. Вот такое небольшое маленькое видео. Пока-пока.